Добро пожаловать в наш сад «Зеркала природы», который придумал Клод и пригласил меня поучаствовать в создании этого сада с моими креативными идеями, с моими масками. В общем, я с удовольствием во всей этой авантюре поучаствовала, чем очень довольна. Итак, мы начинаем сначала. Я представляю вам прекрасные гравюры, которые были нарисованы Клодом по впечатлению от совершенно чудесного художника 18 века Фрагонара. Эти эскизы представляют себя три ряда декораций, и сад как бы приглашает нас войти в него. Все это было нарисовано Клодом в поезде, а вон идет Клод. Сейчас мы его пригласим, чтобы он немножечко рассказал нам. Записать небольшой видеоэкскурсию, и не могли найти тебя, но вот меня ты. Меня зовут Клод Паскаль. Yes. A better English, little. My name is Клод Паскаль. C'est pas bien russe. Да, но я продолжу. Прекрасный автор совершенно чудесного сада. И вместе с ним мы сейчас пройдем дальше. Чтобы почувствовать себя актерами, чтобы увидеть вот это чудо природы, которое будет отражаться в зеркалах. И добро пожаловать. Вот начинается здесь. Он обозначен маской солнца. Немножечко нас вводит в эпоху Людовика XIV. И темой солнца, которая очень близка французам и нам. Совершенно прекрасная эпоха, когда каждый человек — это был театр и вселенная. И дальше мы входим в сад. Welcome. So here is the scene. It looks like we are in a dream of conception of garden, and there is a three screens who transform a little picture like that in very big and in 3D, and people can go into and visit and maybe the people come to be an actor too, like her. Как и в настоящем театре. Да? Прошу за вами. Behind the scene, and behind the scene there is a reality of the true of the nature. Nobody can create something, can create a garden without the participating of the nature. So it was very important to have in the mind of the conceptor. He need to compose with the nature, and this is the nature, this is the reality of the garden. Вокруг
And for the representation of the nature, I asked to my Russian friend, Ekaterina Popova, a great artist, I think, and I asked her to create some mask, and the mask are so inspired by the form as also inspired by the 18th century, and the mask is for the representation, for to give a visage, a face of the nature, and this is the first. There is six in the garden, and you need to make attention because it's very subtle. Where we put the mask? Да, немножко добавлю, что этот кот мне пригласил меня поучаствовать и сказал: Катя, придумай маски для сада. Я подумала о том, что нет, тема 18 века настолько прекрасна, потому что женщины были сами себе театром и вселенной с прекрасными прическами, в которых были и корабли, и цветы, и сады, и птицы. И на самом деле сейчас тоже время замечательное, потому что каждый может самовыражаться как хочет, но все-таки впечатляться, да, и наслаждаться нужно прежде всего природой и черпать вдохновение. Такой у нас самовлюбленный, он смотрит на себя, как многие мужчины. Немножечко нарцисс, но, конечно, с лилией в волосах. Тема зеркал, преломления, которые ходят. Здесь можно потеряться, на самом деле, в этом саду. Мне говорят, что здесь некоторые даже в обморок падали, старушки. А у молодых, конечно, сносят крышу, потому что сад вроде бы на маленькой территории, но совершенно какой-то воздушный, огромный внутри. Вот очень щепетильно подходил к подбору цветов. Я думаю, немножечко расскажет об этом. Да-да. Колокольчики, дельфиниумы, ромашки. Все, что, в общем, связано с полевой темой, с темой неба, когда вселенная, да, она немножечко отражается в поле, в русском, не только в русском. Do you smell? И надо заметить, что здесь необыкновенный аромат. Когда вы сюда попадаете, вы ощущаете запах трав или запах пыльцы или цветов. Это просто, конечно, головокружение абсолютно. Здесь у нас тема граф Калиостро, который я была вдохновлена, конечно, фильмом нашим прекрасным Марка Захарова. Помните, когда он уходит в зеркала, нас спрашивают, куда же он, говорит, грядущее. Калиостро, он в свое время говорил, что отпустите разум на свободу и сломайте все свои представления о себе, об этом мире, создайте новые. Вот, когда придете в наш сад, я вас тоже прошу отпустить разум на свободу абсолютно. Еще одна маска, которая отражает скорость, с которой мы движемся по миру. И здесь прекрасная дама в голове, и кареты, и деревья, и облака, и солнце. Все мы куда-то несемся, но эта маска напоминает о том, что остановись мгновение, подойди человек и восхититься прекрасными цветами и этим моментом. Близко к выходу последняя маска, которая нам говорит о том, что ну, вот вы намечтались, что-то у вас в голове возникло, а теперь плывите на этих парусах своего воображения, своих мечт, в большое море, в океан, с большими надеждами, и все будет хорошо. Замечательно. Мы выходим. Сад состоит из двух частей. У нас декорации с двух сторон. Эта тема на самом деле еще бесконечности пространства и игры, да? Никто не знает, где выход и где вход. Только человек, который движется по этому миру. И он тоже не знает. Только Бог. Да. Конец.
there is another scene, and it's look like similar that the first one, but it don't like so much similar, because here there is a leaf of the real tree, and it's to explain after visiting the garden, maybe your mind completely changed, but the relationship with the nature.